В этом году фестиваль расширился, увеличился во всех смыслах. В этом году у нас впервые красная дорожка, как полагается любому кинофестивалю, в связи с тем, что у нас фильмы со всей Украины, и мы по праву можем называться всеукраинским кинофестивалем, проходящим как бы не в центре, не в Киеве, а в Николаеве, да. В этом году у нас в два раза больше фильмов поступило, чем в прошлом году, 80 фильмов со всей Украины, даже из двух стран, Канада и США. Это украинские режиссеры, которые живут в этих странах, прислали нам свои фильмы оттуда. Как бы, то есть, как бы, грубо говоря, летели оттуда они. Я его ждал целый год. Я хотел принять еще в прошлом году участие в этом фестивале, но, к сожалению, у меня не получилось. А вот в этом году, наконец-то, у нас получилось принять участие. Вот, кстати, наш режиссер, ну, Натана Бундук. Вот, вместе мы работали где-то примерно месяца два-три. Мы работали над картиной. Конечно, сделали не так, как хотелось, но потому что сжатые кроки в этом году. Очень мало времени нам дали на съемку, поэтому мы, конечно, сделали все не так, как хотелось бы. Но, надеюсь, если в следующем году будет этот же проектор гражданский, то думаю, что на порядок выше будет. Ну и, конечно, приятно то, что в этом году у нас 15 тысяч гривен за первое место дают. То есть за что. Здесь много моих друзей, моих знакомых, которые режиссеры, начинающие. Вот. Ну, конечно, ожидаю, потому что это мои друзья, и я всегда рад видеть их картины, смотрю их с большим удовольствием. Вы знаете, очень трудно оценивать работы, которые, ну, скажем, сделаны от всего сердца и творческие. Наверное, по критерию просто понравилось исключительно. Я не эксперт в кинематографе и не эксперт там, не знаю, в каких-то монтаже или там еще каком-то, в каких-то сферах, связанных с кинематографом. Я просто оценивал как зритель, как человек, которому нравится там, сюжет или не нравится, или которого просто зацепило. Евгений Цимбалюк с фильмом «Cars for Arts». Низко надавали. Дорогие друзья, мы приглашаем Евгения на сцену. И у нас все просто терпение. И снимайте Евгения в аплодисментах. Дорогие друзья, Хомас с мэром. И денежный приз от городского головы — половина зарплаты городского головы. Фильм «День в НИКа», режиссер Евгений Уманов, город Николаев, получает премию, побеждает номинации «Зрительские симпатии», «Фанфары». Друзья, ваши опуски, я вел. Я думаю, це найпочесніша, одна з найпочесніших нагород. Ми продовжуємо тему громадського проєктора і хочемо зараз представити вам вже гостя нашої студії. Це призер громадського проєктора 2016 Євген Цимбалюк. Вітаємо вас, дякуємо, що сьогодні ви разом з нами. Отож, ваша стрічка перемогла, з цим вас вітаємо. Отримала перемогу в номінації, скажімо так, приз від мера. Приз миру від мера. Ось так, як він проанонсував, пів заробітної плати, чи як би там не було його, але найголовніше, це визнання. Тому що дійсно ця стрічка, хоч це і короткометражне кіно, короткий метр, але дійсно несе в собі миротворчі ідеї, тому що це були відеозвернення, відеопривіти з різних куточків. Від вас хотілося більш детально почути перед тим, як наші глядачі побачать невеличкий фрагмент цього фільму. Ну, я думаю, важливо сказати, що ми максимально старалися відповідати заявленій тематиці, зніми зміни. Угу. Я думаю, що у нас це вийшло, зняти ці переміни.
Что сказать еще? Я думаю, что важно сказать, вот буквально вчера тот выигрыш, который мы получили, я говорю «мы», потому что считаю Свету не просто героем, а соавтором этого проекта, а Свету Чебанову, художника, да, который нарисовал эти открытки. Частая наша гостья тоже, да. Уже хорошо знакома нашим зрителям. В общем, все выигранные деньги мы перевели на нужды медикам АТО, точно так же, как, в общем-то, все прибыли от продаж открыток приводила Света. Mm-hmm. Поэтому мы решили не отклоняться от выбранного сценария и продолжить это. А есть еще такая небольшая интрига, когда мы вчера общались. У вас какая-то внутренняя договоренность, что сегодня только будет опубликован этот фильм, и николаевцы смогут, и украинцы увидеть его уже в сети, да? Да, совершенно верно. Где он и как он появится? Потому что сейчас мы увидим только фрагмент. Да, совершенно верно. Мы так выбрали день, ну, понедельник, по-моему, это здорово, начинать неделю с этого. Он будет доступен на Ютубе, на Vimeo, вообще можно будет его нагуглить и найти. Ну що ж, дорогі друзі, я пропоную прямо зараз нам усім подивитися на невеличкі фрагменти з фільму. Далі продовжимо розмову саме про цю тему. Такий невеличкий фрагмент. Хотілося б відразу вас запитати, чи плануєте ли в дальнейшем все-таки собирати вот эти фото-привети, фото-ответы с этими открытками от Светланы? Потому что как бы так, проект вроде бы завершен, уже есть и фильм, то есть видеоализация, но возможно будет продолжение. Да, насколько я понимаю и с интересом слежу, у открытки уже есть своя собственная жизнь, у нее есть страница в Инстаграме, у нее есть, в общем-то, да. Очень популярная. Совершенно верно, да. То есть приветы для Светы, они продолжают приходить. Мы подвели некий итог, потому что, как Света говорит в фильме, то есть она вот как раз в момент вот работы над фильмом поняла, что это уже некий вот пройденный этап. Он состоялся, в смысле, mm-hmm. да, он себя хорошо показал, но дальше она уже именно эту там, насколько я понял, там вот, развивать не будет вот эту сторону, то есть дальше рисовать mm-hmm. именно эту открытку. Вот. Но она продолжает жить своей жизнью, так что ждем новых приветов, с интересом слежу за этим. Да, ну будем надеяться, что у Светы опять появится какой-то интересный материал, что-то она новое уже придумает. Сам это, с интересом жду. Это 100%. Хотелось бы вас узнать еще по поводу видеоработ, потому что в интернете я очень часто смотрел видеоработы, некоторые были представлены на фестивалях, других. Вот среди работ, которые уже есть, какая работа, может, самая близкая, либо над которой работой было сколько мучений, сколько мыслей, что вот она самая дорогая, кажется. Работа из моих, да? Да, да. Ну, вы знаете, как тяжело выбрать из детей любимого ребенка, да, но если... Ну вот сложнее всего все-таки было над чем? Над первыми работами или сейчас вот сложнее с каждым? Нет, я думаю, что сложнее не над первыми, потому что когда делаешь первые это пробы, ты еще не совсем понимаешь, с чем придется столкнуться, и когда ты уже получаешь новый опыт и как бы аппетит растет, вот тогда уже становится сложнее, потому что обеспечивать вот этот, скажем, условно говоря, масштаб, да, угу. который ты хочешь получить, вот это сложнее, потому что в основном в Украине ты работаешь в режиме rebel filmmaking, то есть вот такое повстанческое кино, вот что угу. у тебя есть, тем и работаешь, вот попросил у кого-то, взял, и каждый раз все сложнее становится набирать нужную технику или аппаратуру, чтобы реализовать свой замысел. Я бы так сказал. Кстати, вот техническая часть, потому что я смотрю, есть и съемки сверху, как бы, да, используя. Кто помогал или все только на своих? Нет, разумеется, не на своих. Я благодарен очень Владимиру Смирнову за воздушные съемки. Я для себя исследовал эту тему. Коптеров в городе много, но далеко не все умеют ими качественно и грамотно управлять.
И вот оказалось, что Владимир, с которым мы совершенно случайно познакомились, оказался именно вот в этом смысле асом. И у нас вот уже даже родилась такая, ну не то чтобы шутка, вот такое наблюдение, что коптер вообще не может очень близко подлететь к предмету, ему тяжело фокусироваться. Угу. Ну, по крайней мере, в нашем случае это было, да, он предупреждал. И тем не менее, мы вот с двух дублей сняли то, что хотели, тот план финальный. Получилось. Так что да, коптер нас не подвел, Света очень удивилась, потому что, в общем, техника, как говорится, не очень дружит иногда бывает, в общем, да, и... Коптер остался цел, что самое главное. Да, я думаю, что самое главное, что есть теперь техника, с которой можно работать и создавать новые шедевры. Не побоюсь этого слова, потому что реально цепляет многих николаевцев, и многие отметили, что работа очень качественная, очень хорошая. Приятно смотреть, не только смотреть, но и осознавать, что вложено в этот фильм. Есть уже какие-то мысли над новыми работами? Да, конечно. Я понял, что вот как мы заговорили о технике, да, если ты хочешь что-то делать, а не стоять на месте в поисках бюджетов, да, там проблема для всех кинематографистов, да. Да и для всех нашей страны. Совершенно верно. Если хочешь двигаться дальше, то ты должен брать то, что тебе по силам, и поэтому вот документальное кино, в этом смысле прямое документальное кино, для меня в данном случае как бы примерами является то, что делает Марина Разбежкина и ее киношкола. То есть я думаю, что это, ну, в этом интересно развиваться, имея там буквально вот там камеру и там минимальный парк оптики и звука. Поэтому, да, есть проект, который я сейчас расписываю вот в качестве заявки. Дальше буду над ним работать. Я думаю, что займет он не меньше, чем полгода. Это в оторванности от основной занятости, да, которая все равно предполагается и будет. Так что надеюсь, что этот проект осуществится. А эта работа тоже для какого-то проекта? Нет, это личная абсолютно история. Мне хочется разобраться в кое-каких личных взаимоотношениях с близким мне человеком. Вот так, то есть даже будет такая личная драма слегка. Совершенно, да? Верно, да. Ну что ж, будем ждать эту работу. Я думаю, что мы обязательно проанонсируем. Тем более, что у Светы есть хорошая традиция всегда анонсировать. Дарить открытку. Я подвел, спасибо большое. Вот так, видите, не только привет для Светы, но и от Светы, может быть. Ну что ж, дякую вам за те, що завітали сьогодні в нашій студії. Я нагадую ще раз нашим телеглядачам, що сьогодні з нами був Євген Цимбалюк, режисер короткометражного кіно, переможець, один із призерів фестивалю документального кіно, який проходив у Миколаєві цієї суботи.